Эта межконфессиональная встреча случилась несколько неожиданно, после большого перерыва. Наш межконфессиональный совет, куда входили баптисты, адвентисты, методисты, пресвитериане, пятидесятники, был организован, наверное, лет 8 назад. И за время его существования мы организовали немало полезного, как для города, так и для себя. Ну, прежде всего, мы увидели, что мы дети Божии, мы стремимся служить Христу, расширять Его Царство. Вот для чего мы существуем на этой земле. Это при всех наших различиях. Далее мы поняли, что мы что-то можем сделать для блага нашего города. Организовывали субботники, соревнования футбольных команд. И также для нас особой точкой был 2017 год, когда мы вместе наметили план проведения праздника реформации в городе. И вот по сию пору перед моими глазами наша прекрасная Самарская филармония, забитая до отказа, и также толпы людей вне ее, которых просто не пустили, потому что столько желающих здание не могло вместить. И был торжественный праздник, великолепный праздник, на котором мы ощутили действие Божьей благодати. Мы проводили и празднование 140-летия перевода Библии на русский язык и много других мероприятий. И мы открывали себя друг для друга, кто хорошо проповедует, кто хорошо поет, кто дольше всех живет, потому что адвентисты порадовали нас, что они на 10 лет живут больше, чем представители всех иных конфессий. Ну, слава Богу, с одной стороны, конечно, радостно, с другой стороны, печально, что столько много времени они проведут на грешной земле. Лучше бы туда, в небеса, как апостол Павел говорил. Так вот, затем наступил такой неблагоприятный для наших отношений период, когда мы не могли собираться, я уезжал в Европу, а затем вот эта пандемия ковидная. И вот сегодня, благодаря Виталию Кирилловичу Власенко, генеральному секретарю Евангельского альянса России, мы снова собрались. И собрались не просто посмотреть друг на друга, а собрались по поводу одной из пресвитерианских церквей, там на мехзаводе, которую постановили решением суда снести. Конечно, для нас это огромная скорбь. Евреи воспринимали разрушение своего храма как огромную трагедию. И я думаю, что в нашей великой и славной стране совершаются бесславные дела, и они как-то вот болью отзываются в нашей душе. Ну, я понимал бы, если бы решили разрушить публичный дом, решили бы разрушить пристанище каких-то террористов. Но Дом Божий, где люди молятся, даже если в чем-то верующие поступили не так, какую-то норму закона нарушили, все равно, я думаю, отношение к верующим должно быть иным, именно потому, что только вера в Бога является стабилизирующим нравственным фактором для нашей страны. Другого просто нет. И если разрушаются молитвенные дома, если верующие переживают различного рода ущемления, а так протестанты ежегодно 4 миллиона штрафов вносят в городскую казну. Ну, слушайте, я не думаю, что в этом смысле мы чувствуем себя как в России, как в родном доме. А мы любим Россию, мы молимся за Россию, мы хотим, чтобы она была единая, дружная. И мне кажется, только усилиями всех конфессий и Русской Православной Церкви в первую очередь мы можем чего-то достичь. Разве скрыто от нас этот факт падения религиозности в нашей стране? Прошлую Пасху в православных храмах пришло вместо 4 миллионов посетителей, как это бывало в прошлые годы, всего 1 600 000. Это о чем-то говорит. И поэтому одна конфессия никогда не спасет людей.
не захотят все быть баптистами, или пятидесятниками, или православными, или пресвитерианцами. Каждый найдет свое пристанище. И чем больше вот этих мест собрания детей Божьих, тем лучше будет наша страна. Кто-то сказал, если вы закрываете церкви, тогда строите тюрьмы. Нам это не надо. Нашей стране, я повторю слова великого Столыпина, не нужны потрясения. Нам нужны великие свершения. И вот мы, как члены евангельских церквей, на эти свершения готовы. Готовы услышать запросы властей, готовы свои предложения дать. Но, короче, мы хотим быть частью созидательного процесса в нашем обществе. Россия – наш дом.